учителям призвание надо так детей любить, чтобы души и сарами без остатков им дарить. С такими напутственными словами обратились к учителям юные школьники. В управлении образования почетными грамотами наградили победителей и призеров педагогических конкурсов муниципального и областного уровней. Вы учитель, классный руководитель, педагог дополнительного образования и столько различных поручений, обязанностей со стороны родителей, детей, директора, управления. Вы не только все это делаете, но вы еще и участвуете в конкурсах, занимаете ведущие призовые места, тем самым приносите славу нашему дорогому Сергиево-Посадскому округу. А конкурсов в этом учебном году было несколько. Педагог года, воспитатель года, педагогический дебют и воспитать человека. Так, лучшим дебютантом на областном и муниципальном уровне стал учитель истории школы номер 16 Дмитрий Балуков. Учителем года стала Мария Базулина. Она преподает русский язык и литературу в школе номер 2. И впереди у нее третий этап конкурса «Учитель года Подмосковья», который пройдет в сентябре 2023 года. Воспитателем года стала Оксана Зайцева. Она работает в дошкольном отделении школы номер 25. Всех победителей наградили именными премиями главы Сергиево-Посадского округа. А депутатов окружного совета учителей поздравила председатель совета Рита Тихомирова. Я хочу передать вам огромный привет от всего совета депутатов, от всего депутатского корпуса, от всей народной власти, а значит, от всех жителей. Я хочу пожелать всем никогда не сдаваться обстоятельствам. И как бы иногда тяжело не было, работать над собой. Вы наше все. Нет, наверное, никого сегодня важнее, потому что, собственно говоря, то, что вы посеете, то наша страна и пожнет. И то, что сегодня в зале столько молодых глаз, молодых людей, всем огромное спасибо. Ну, а вам, дорогие, особое спасибо и всем удачи! В этом году участие в профессиональных конкурсах приняли более 90 педагогов нашего округа. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».